Телефоны, компьютеры, планшеты – все то, что появилось в современном мире, не чуждо нам, молодым. А вот некоторые бабушки и дедушки до сих пор не знают, как им пользоваться. К тому же каждый год все это совершенствуется, и старикам становится все труднее разобраться в технике самостоятельно. Для этого и создан факультет «Основы компьютерной грамотности». Учим печатать, выходить в интернет, будем регистрировать в соцсетях, общаться, находить одноклассников, то есть по видеообщению обучать. Ну и также будем учить многим сайтам, пенсионный фонд, сайт, госуслуги, как пользоваться. Многие из тех, кто пришел на первое занятие, уже пробовал разобраться в компьютере сам или с помощью детей и внуков. Однако особого успеха не добился. Как раньше учились в школе, чтобы что-то освоить, надо поучиться. Как успехи, как получается? Ну, первое занятие объясняет нам хорошо, понятно. Внучки учили немножко, но этого недостаточно. Пытались мои дети меня. Они не пытались, я сам пытался, но у них все время нет больше времени со мной заняться. Вот. И не каждый способен это сделать. Понимаете? Вот поэтому я обратился сюда, вот, чтобы здесь меня довели до меня более, в большей степени, чтобы я как-то достаточно свободно владел. Факультет основы компьютерной грамотности работает благодаря Народному университету «Активное долголетие», который функционирует в Канске с 2013 года. И он не единственный. Также люди пожилого возраста могут обучиться на факультетах здоровья, английский для путешествующих и краеведение. В этом году у нас рекордное количество поданных заявок. Это больше 150 заявлений. До этого года, то есть до начала 2019 года учебного, у нас обучено уже и выпущено, так скажем, слушателей Народного университета более 300 человек. На протяжении 6 месяцев пожилые студенты будут учиться чему-то новому. Все это сделано для того, чтобы улучшить их условия жизни. Кроме того, на занятиях они общаются и находят новых друзей. Добавим, каждый учебный год организаторы меняют один факультет на другой. К примеру, краеведение чередуется с культурой и искусством, чтобы бабушки и дедушки могли узнать как можно больше нового и интересного. Татьяна Блинкова, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5-й канал.